Все произошло утром на перекрестке улиц Ямашева и Бондаренко. По словам кондуктора, водитель троллейбуса просто не успел вовремя затормозить. Впереди него в плотном потоке стояли автомобили, которые уступали дорогу пешеходам. В какой-то момент водитель общественного транспорта протаранил два автомобиля. Ну, он нормально водил, хорошо водил. Угу. Первый день же у него же. А, это первый рабочий да, день? Да, первый рабочий день. Медленно и хорошо ехал, да. А впереди же надо пропускать людей же. Они проходили, а впереди еще два машины. Угу. Не успела, по-моему, чуть-чуть, да. Стормозить не успела. К счастью, из-за аварии в салоне троллейбуса никто не пострадал, однако оказались разбиты автомобили «Саньонг» и «Фольксваген». Сейчас троллейбусному депо и владельцам этих машин предстоит решить вопрос о выплате компенсации на ремонт поврежденных автомобилей. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».